Дорогие друзья, всем здравствуйте. С вами естественный Ильичев Антон. Мы с вами находимся на Веденском кладбище. Приехали навестить захоронение девочки. Это захоронение я убираю, слежу, навещаю. 4 года, дорогие друзья, как и канал наш 4 года назад появился. Вот. Купил цветочки. Приехали, дождик шел всю ночь. Вот. Я весной, ранней весной убирался у нее. Но все равно нужно прибраться. Я сейчас возьму метелочку. Да. И мы с вами пойдем на участок. Хочу кое-что сказать. Смотрите. Здесь есть указатель. Это все чушь, это все вранье. Он похоронен не здесь, не на этом участке. Этот человек здесь похоронен, на этом кладбище, но не там, где указано. Это что-то типа маркетингового хода сделали. Администрация кладбища. Все, пойдемте. Так, взял я метелку, подходим к захоронению. Вот это вот родовое захоронение я вам потом покажу. Так, вот у нас здесь девочка похоронена. Галочка. Ох, друзья, здесь кто-то был. Я в шоке просто, сейчас покажу. Я шокирован. Сюда приходит. Но сюда приходит или Марина была, Марин, ты была, или я ошибаюсь. Потому что про это захоронение знают очень мало людей. Только кто смотрит канал и кто со мной здесь убирался. Мы здесь с Мариной убирались. Меня троить начинает. И экскурсию я здесь проводил, тоже с девчонками, Марина тоже была. Еще девчонки были, Димка был. Друзья, это вот это, то, что приходит, мы пришли здесь убраны. Это счастье, это для меня счастье. Игрушечка, цветочки, с Мариной цветы здесь сажали, кто-то выкопал, как и на том детском захоронении, тоже здесь есть. Я счастлив просто, я тоже игрушечку принес, цветы. И угощение. Такие цветочки купил тут на входе. Вот теперь видно, что захоронение. Господи, друзья, 4 года назад это захоронение было заброшено. Но никто не приходил. Сейчас игрушечку тоже положим. Мы вот с вами Мишку вот такого принесли. Мишку. Тоже, видите, привязали игрушку, чтобы... Не утащили, такой мишка красивый. Галочка похоронена здесь у нас, девочка. 1935 год. 1900, я уже не помню. Ей лет 10 было. Ее не стало. Так угощение. Блин, я так рад вообще, так приятно. Это что-то невероятное, то, что мы с вами делаем. Спасибо огромное, кто смотрит канал, кто пишет добрые комментарии, кто со мной созванивается, пишет, кто ко мне обращается за услугой уборка могил. Спасибо всем огромное, я прям вот тронут. Если бы не мы, если бы я не убрался, если бы я никогда не приходил сюда, это захоронение, все, его бы не было уже. Все, оно было, можно посмотреть видео 4 года назад, я здесь убираюсь, вот так вот, но это просто, я на эмоциях, не могу ничего говорить, вот именно вот такой первый раз, но это по-любому люди пришли, кто меня знает, кто смотрит канал, это 100%.
Это не родные, нет. Спасибо всем. Мы с вами прям создаем такой эгрегор уже. Это клево. Да. Мы сейчас с вами зайдем еще на захоронение ребенка. Я тоже там убирался весной. Вот, мы там и восстанавливал памятник я. Вот, зайдем посмотрим. Может, тоже кто-то приходил туда. Пойдемте. Здесь все. Здесь счастье у нас. Подходим. Что-то копали. Ну, да, тут как бы не были, но я убирался. Я убирался тут весной. Вот захоронение ребенка. Вот. Вот этот коврик мы стелили. Все памятник мывали. Табличку делали. Вот Оля табличку, кстати, делала. Вот захоронение. Все хорошо. Вот так вот. Да, конечно, потрясет. Кто-то убрался и не сказал там. Наверное, специально. Придет Антон, пусть удивится, да? Вот такое. Веденское кладбище после дождя. Птицы бьются в окна. Это я к тебе. Впусти. Вот так вот. Сегодня такой хороший денек у нас с вами. Навестили захоронение. Помним. Не забываем. Не забываем. Что хочу сказать. Если вы на кого-то злитесь, выкиньте это из себя и освободите место для своего счастья. И все. Потому что у нас все с вами хорошо. Пока.